Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас интересный роллинг на аккаунте моего подписчика и не на стандартном нашем русском сервере, а на китайке, где я играю, где у меня второй аккаунт. Аккаунт Романа, у него день рождения, с чем его поздравляем, и он дал нам аккаунт сегодня на роллинг недостающих героев, но сейчас вы как видите, здесь все герои недостающие, надо будет очень много героев выбить. Он хочет поиграть также сегодня по роли талантики. Вот эта акция, я ее уже показывал. Где там она у нас? Вот, можно получить порочный пакт за то, что переролите там 36 тысяч самого. Вот так вот. Ну, сейчас попробуем, потрешуем. По алтарю даже показывать, в принципе, нечего. Надо очень много героев. Теква, Купидон, в общем, все герои здесь будут востребованы, и символов есть только Афинка, как видите. Ну вот, поэтому, как бы, поехали. Сейчас мы посмотрим, что там на складе делается. На складе все печально, в общем, сейчас еще куча самоцветов у нас уйдет. На открытие склада. Ладно, поехали, посмотрим, какой сегодня у нас... Рандомчик, вот началось увеличение уже. Рыцарь, отлично, отличный роллинг, недостающий герой, на эволюцию ему как раз. Так. Ну, где имба героя? Атлант, жестко, это реально жестко. 8к, ну вот ворожей, в принципе, уже отлично. Тот герой именно, который нужен для отхила. Так, поехали дальше. Хотя бы тыковку и купидона надо выбить. Так, потому что если даже будем ролить хранитель, вообще супер. Но без тыквы Купидона этот аккаунт развиваться никак не будет. Суккуб. Да, печальненько, печальненько, конечно, падает. Давайте до следующей имбы. А там уже дальше посмотрим. Ну... Гарпия. Короче, такое себе. Ладненько. Давайте откроем этих героев. Пойдем по ролям, посмотрим талантики. Что там с талантиками? Так, хранитель. Ворожей. И новая имба Атлант. Без которого очень сложно древние испытания проходить. Так. Ну, поехали, будем ролить им таланты, что нам делать. Первая ремка. Вообще жестко, жестко все. Сейчас самое обидное будет, если нападает нормальных талантов. Оставить-то их некому. Но я бы, честно говоря, на таком аккаунте ролил бы все на героев. Пофиг на тот пакт. Ну да ладно. Ну, рандомчик. Что-то на китайке сегодня все печально. Смертельный удар. Его даже некому ставить, по сути. Поставим на шамана пятерку. Так, еще один смертельный удар, отлично. Супер мега удачный роллинг. Одеваем гарнизон. Так, утекание поставим сюда пока.
Да, печально, все печально. Вот 4-5. Блин. Ну, придется ворожай выбирать. В любом случае его придется. Так, замедление. Друид. О, огненка. Отлично. Хранитель собран. Да, ожог. Ну, блин, ну вот кому его ставить? Ладно, поехали по ролям пока героев. Там дальше что-то придумаем еще. Так, фея. Булька, ну такое себе. Малышник, ну уже получше. Честно говоря, лучше рулить. О, есть, ну наконец-то мы выбили самого востребованного героя, тыковку, потому что без тыквы он нифига не сделает на этом аккаунте. Так. Отличненько. Поздравляю с тыквой. Надо еще Купидона. Хранитель у нас уже есть. Так, Дракос. Душек. Отлично. Тоже нужно. Асура даже есть. Огонь. Вот это надо делать в первую очередь, выбивать героев. Укротителя. И еще один малышник повторка. Вот так вот. Так, окей. Поехали, сделаем. Так, что у нас получается? Не хватает половины, да? Отлично. Такс. Такс. Раз, два, три. Админ панелька сработала вот так вот. Так, окей. Забрали плюшки, 10к, карточки, все дела. Поехали дальше ролить. Точнее, сейчас пооткрываем героев и паролем на них опять же талантики. Ну и все остальное, что у нас останется, мы уже спустим на роллинг героев. Так. Так, есть. Поехали. Ну, куча всего. Огненка четвертая, пятая, замедление. Ремка четвертая. Берс. В общем, поехали, на душике будем ролить. Нам надо еще 15к где-то приролить. Так, не то. Да, конечно, таланты падают вообще. Печаленько. Берс. Огонь просто.
Ну, даже такой талантик здесь на тыковку. Где там наша тыква? Все, теперь можно смело начинать играть на этом аккаунте. Так, поехали дальше. Ну давай. Блин, хреново так падает что-то сегодня. Так, он там будет качать. Можно на Сорика поставить. Блин, четверка. Ну такое. На кого ее влепить? Даже хрен знает. Поставим сюда пока. 4-5. И у нас Купидона нету. Да, без купа, конечно, это все печально. Поставим сюда пока. Факт. Можно сюда поставить. У, разбросик на душика. Бог войны. Давайте на Ника поставим. И сразу же взамен четвертая огненка. Да. Любимый талант Рылева. Сейчас откроем кого-то. Так, что там у нас? Ну, еще два раза осталось. Огонь. Так, идем. Два раза. Раз, два. Забираем награды. Вот такие вот плюшки. Отлично. Поехали. Еще тыковка. Вообще супер, две тыковки. Вот такие вот плюшечки, ребята. Так, нам места не хватает. Да, нам места не хватает. Надо увеличить. Так, огонь просто. Такс. Такс. Поехали дальше. С этим мы разобрались. Поехали по рольным героям ему. Надо еще пару недостающих хороших имп выбить. Ну что-то вот так вот сердцеедка варлок. Отлично. Ну давай. Паладин. Огонь просто. Малыш Ник. Ниндзя. Вот это началось. Душик, РТшка. Бог грома. Блин, ну дай хотя бы одну какую-то имбу. Анубиса, либо Фрею. Ну, рандомчик, ты чё? Бульдозер. Жесть просто. РТшка. Ну, РТшка тоже неплохо.
Ну, так вот, как-то так. Забираем еще плюшки с акции на трату. Нормально, еще три коробочки осколки огнекрыла. 4000 нам не хватило до топового талантика. Окей. Так, что там у нас есть интересного? Значит, придется так забрать. Так, есть. Отлично. Поехали. Ну что, нам выпадет имба еще за 6к или нет? Жестко китайка сегодня. Супер просто, Купидон. То, чего не хватало. В общем, все для фарма уже на аккаунте есть. Ведьма даже есть, вот так вот. Вот так, забираем отсюда плюшечки. Там места у нас опять не хватает. Ну, смотрите, сколько всего. Еще и карту третью на халяву забрали. Супер. Еще талантик. Так, места нам не хватает, да? Да. Так, 7 коробочек есть. Сейчас я попродаю. 7 зелень. Так, отличненько. Так, что у нас тут еще? Сердцеедку открываем. Есть, открываем ведьму. Призрачного. Так, душика, да, душик у нас уже открыт, горгул, вообще супер. Так, дерево. Так, на варлока нам не хватит уже самоцветов на место, походу. Ну что, поехали. Поехали дальше трешивать. Давайте карточку откроем. Может, все-таки имба выпадет. Психощит, воодушевление, огонь. Так, вторые сундучки. Грубая сила, офигеть. Вот это прет. Так, рунки и давай Анубиса. Заклинательница. Немножко не то, конечно, но все равно хорошо. Так, а тут что у нас будет? Паладин. Так, ну. Огонь просто. Поехали дальше. Карта смены не то. Так, гнев. Гнев, конечно, херня полная. Поставим сюда. Ракушка. Еще лучше. Оу, ремочка. Огонь. Так, на Купидона у нас. Так, можно ангела слить. Открыть Купидона.
Ну что, аккаунт? Так, 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 где наш Купидон? Супер. Поехали дальше. Гнев опять. А что ты сделаешь-то, а? Ставим пока так. Так, утекание, отлично. Утекание, утекание. Вот кому утекание влепить? Их его знает. Может, горгулу поставить. Урон качать будет сердцеедка. Я влеплю пока сердцеедки. Так. Ожог. А его-то некому ставить. Блин, хорошие таланты, а героев не хватает. Дерево. Поставим на дерево пока. Так, ярость. Так, ну так вот. Как-то так. Что у нас осталось? У нас осталась грубая сила. Так, это пойдет на ворожей однозначно после того, как он докачается. Порочный пакт. Порочный пакт. Я даже не знаю, кому тут ставить. Вот тут особо сейчас героя. Возможно, Афине, но смысла нету. Ну и грубую силу я бы тоже оставил. В принципе, пока не трогал. Есть кого качать. Такс. Такс, такс, такс. Так, что у нас там еще есть? Тыковку надо однозначно подкачать. И Купидона в первую очередь. Будут прокачаны, они будут прокачаны, все остальные. Так, тыковку качаем, улучшить. Так, так, уберем вот так, тыковку делаем девяткой сразу. Ну и кубчика, все остальное. Потом уже будет остальных прокачивать. Семерочка, отлично. Такс. Такс, такс, такс. Кулаки у него остались. Ну, в принципе, дальше трогать особо нечего. Психощит есть. В общем, вот как-то так. Давайте еще питомцев пооткрываем. Вот так вот сразу выросла сила. Донатные питомцы пооткрывались. Супер, ледышка есть. Ну вот, в принципе, все. Остальных давайте еще подкрываем. Вряд ли там у него питомцы, думаю, все есть. Чисто полавало потом прокачает. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Пишите, понравилось ли вам такой трешечок. Прокачка начальных аккаунтов. Возможно, в дальнейшем сделаю рубрику. Будем выбирать, не знаю, с какой-то периодичностью аккаунт. И немножко его подкачивать. Все, всем удачи, всем пока.